не стало секретом, что COVID-19 не обошел никого стороной, в том числе и наш клуб. У нас были и заболевшие, и Роман Авжалилов покинул нас из-за этой болезни. Вот, поэтому самые строгие меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора города Москвы, в соответствии с изменениями в регламент в связи с COVID-19, который внесен в клуб, соблюдаются строжайшие меры безопасности. Начинаются они со входа. Любой человек, который посещает клуб, должен прежде всего измерить температуру и записать свою фамилию и расписаться в том, что данные температуры измерены и в специальном журнале. Сотрудники офиса проходят через один проход. Для игроков основной команды отдельная дверь, и они практически ни с кем не контактируют. Можно сказать, что вот игроки молодежи уходят отдельно, офис туда, а игроки основной команды проходят сюда и сюда. Вход запрещен сейчас категорически. Практически всем, кроме игроков и тренеров. Везде указаны и специально разложены перчатки, маски, дезинфицирующие растворы при входе и контейнеры для утилизации масок и перчаток. Постоянно работающая бактерицидная лампа, которая прогоняет весь поток воздуха, рассчитана таким образом, чтобы постоянная циркуляция воздуха и дезинфекция проводилась. И ультрафиолетовая бактерицидная лампа, которая включается, когда здесь никого нет. То есть как бы двойная система страховки для того, чтобы здесь четко. На всех рабочих местах, кто здесь, используются дезинфицирующие растворы. То есть игрок после того, как поработал с тренажерами, поработал с какими-то гирями, обязательно должен обрабатывать руки. Помимо этого, здесь постоянно проводится после каждой тренировки дезинфекция помещений. То есть технические сотрудники обрабатывают все поверхности, все тренажеры дезинфицирующими средствами. Вот этот коридор изолирован, сюда никто не входит, кроме игроков, тренеров и технического персонала по необходимости. Тоже работает постоянно круглосуточно дезинфицирующая лампа. При входе в раздевалку лежат маски, стоит антисептический раствор, игроки используют его. Так. То же самое, двойная система дезинфекции, то есть круглосуточная лампа и лампа ультрафиолетовая, которая включается на тот период, когда никого в раздевалке нет. Когда игрок приходит на тренировку, помимо того, что он измеряет температуру на входе, использует средства индивидуальной защиты, он подвергается обязательному врачебному осмотру перед каждой тренировкой. Измерение еще раз температуры, опрос, изучение, есть ли у больного жалобы, есть ли какие-то симптомы респираторного заболевания. Если, не дай бог, что-то случается, значит, такой игрок обязательно или любой сотрудник клуба изолируется, и там уже по месту, по решению сотрудников Роспотребнадзора принимаются какие-то конкретные действия для того, чтобы обезопасить и сотрудников, и игроков прежде всего.